Доброе утро, друзья! Вот и наша утренняя гостья, это Оксана Вековшинина, мастерица-декоратор. Сегодня она пришла вот в студию не с пустыми руками. Доброе утро! Доброе утро! Ну что, Оксана, рассказывайте. Я смотрю, что на нашем столе появились и кружечки, да, и замечательная такая для визиток подставочка. Очень милые, невероятные работы. Расскажите, откуда пошло такое хобби? Ну, на самом деле, творчеством я занимаюсь с раннего детства. Если детский сад считается ранним детством, потому что еще с тех лет меня творчество очень увлекало. То есть я по книжкам, по картинкам научилась вязать крючком, бабушка учила вязать на спицах, давала свои какие-то советы. Вот. И с тех пор как-то вот вся моя жизнь она с творчеством связана. Всегда меня к творчеству тянуло, и первое мое образование оно связано с творчеством. Я по первой своей специальности кружевница, портниха. То есть на коклюшках, да, вот профессионально научилась плести. И вот уже больше 10 лет мы занимаемся оформлениями праздников, занимаемся оформлениями, создаю декорации. И вот мое увлечение, одно из последних, это как раз работа с полимерной глиной. То есть создаю декор на кружках, на ложках, различные сувениры, закладки, броши. Как сложно вообще вот заниматься полимерной глиной? Зависит, наверное, от образа и от заказа. Есть заказы какие-то сложные, индивидуальные, когда над работой нужно подумать, чтобы образ согласовать с заказчиком. Вот это занимает не одну неделю, я бы так сказала. Есть вещи, которые вот на одном дыхании легко, например, броши можно сделать в течение пару часов. Вот смотрите, я когда следила за вашими работами, посмотрела у вас на страничке очень много их, и все они невероятно вот действительно живые, потому что мы много видели с Максимом уже изделий с полимерной глиной, но вот именно эти, у них есть какая-то душа, что-то такое милое, нежное, что просто невозможно оторвать глаз. Расскажите, в чем секрет? Все-таки есть же какой-то? Ну вот не зря есть такая поговорка, да, в знаниях сила, в творчестве душа. Когда создаю работы, там действительно с душой делается. Вот когда с душой, тогда они получаются такие живые. И взгляд такой выразительный. Вроде сначала представляешь работу одну, а она сама диктует, какая она должна быть. И она рождается со своим каким-то характером в процессе работы. Поэтому появляется и взгляд особенный, и характер у работы. То есть каждая работа уже получается такой индивидуальной. Смотрите, когда вы делаете, например, кружечки или какие-то вот такие именно фигурки, да, вы, может быть, с ними как-то разговариваете, имена даете, еще какие-то. Расскажите нам эти особенности, потому что всегда интересно, как работает мастер над своими изделиями. По-разному на самом деле бывает. Вот эта мышка-малышка, она действительно такой мышкой-малышкой родилась, потому что очень удачное слово, потому что она из образа из какого-то. Есть работы, которые повторюшки, например, заказчики выбирают какую-то картинку, да, в интернете, говорят, мне надо такую. Тогда просто по образу делаешь и уже не думаешь о том, что это и как это, делаешь по образу. А если работа от идеи с нуля, то тогда, да, и появляется имя откуда-то, само собой, когда она уже, работа готова, и образ создается, и взгляд. И вот эту мышку-малышку, когда это просто кусочек глины, еще там не представляешь, что там получается, но когда вот уже дорабатываешь какие-то мелкие детали, появляется какой-то образ и появляется характер у работы. Я так понимаю, это мышка-малышка одна из первых ваших работ? Ой, нет. Совсем нет. Вот, кстати, моя из первых одна работа, это как раз кружечка вот с этим поросеночком. Она была создана год назад. Я ее подарила на день рождения мамы своей. Это в ноябре было. И вот уже она активно этой кружечкой пользуется. Год уже этой кружечки, но она выглядит совершенно очень даже хорошо. А я видела, что у вас еще многие девочки, они почему-то с эйфелевыми башнями вот на кружках. Это что такое? С чем это связано? Да, мечта есть такая, мне откликается почему-то вот это. Считаю, что Париж такое романтическое место, никогда там не была. Ну, может быть, когда-то доведется там побывать. И, видимо, этот образ не мне одной откликается, потому что много очень заказчиц, в основном у меня заказчицы, им как раз тоже этот образ откликается, они заказывают вот такой декор. А вспомните какой-нибудь самый необычный ваше изделие, которое вы изготавливали? Значит, в общем-то, самым, наверное, необычным заказом у меня стал заказ, над которым я работаю в данный момент. Это образ Халка.
Заказали набор посуды с образом Халка. Я работаю над ним уже не одну неделю, потому что заказ с нуля, заказ индивидуальный. И такого Халка, ну, просто пока не создали еще мастерицы, поэтому негде подсмотреть. И поэтому создаю я с картинки, с нуля, с образа, который, в общем-то, распечатала Пятерочка и создала вот таких вот героев. Вот как раз Халк будет, пожалуй, самым необычным образом в моей работе. А в чем там сложность? Там нужно характер передать или в чем? Какие-то, может быть, особенности, да? Вы знаете, не было бы сложности, если бы можно было сделать лицо крупным планом. Ну вот, просто было бы идеально. А когда размер кружки 10 сантиметров, и надо Халка, такого массивного крупного Халка, зеленого человечка, 10 сантиметров положить, чтобы было все ножки, ручки, торс, то есть прям в полный прямо рост. В полный рост, и он еще в полете, вот так, то есть он бежит, и выражение лица и поворот головы, это все доставляет некоторые такие сложности, но мне интересно работать над этим, мне интересно, вот сложные работы меня, как это, вдохновляют, да. Мне не нравится. Смотрите, у нас сегодня утро, да. Да, и утром обычно что делают люди? Они из кружечек пьют чай, кофе, водичку, кто на что, как говорится, гораст. Может быть, рассказывали ли вам ваши клиенты, те, кто, возможно, у вас уже заказывали, что с этой кружкой день проходит просто замечательно, да. Не знаю, приносит счастье, удачу, да. Ну, пока вот таких историй нет, обратной связи вот такой дальней, да, что вот... Но заказчица одна своим подружкам дарит кружечки, уже не одну кружечку подарила, и говорит, что подруги, да, пользуются и очень активно этими кружками. Ну, на самом деле, если образ подобран именно под тому, кому дарят, да, то есть связано как-то с этим человеком, то, конечно, вот этот образ, он доставляет определенные приятные эмоции. Не просили сделать кружку прям с портретом? Просили. Не берусь за такие заказы, потому что не считаю себя каким-то художником или скульптором. Делала кружку с образом девушки, чтобы походила на девушку, но это было не связано с чертами лица, потому что достаточно сложно в миниатюре из глины сделать на кружечке идеально похожее лицо. Скорее это будет карикатура. А мне как-то не хочется делать карикатуры. Я, в общем-то, люблю такие вещи, которые какие-то мимишные, не знаю, наверное, так можно сказать. Несете доброту в мир. Доброту, да. Доброту и радость. Я не против карикатур, они тоже доставляют какие-то эмоции, радостные, смех, прочее, но мне почему-то доставляет удовольствие работать именно с образами, которые какие-то прям такие добрые, такие тискательные, трогательные, вот такие вещи. А вот дайте совет людям, которые сейчас, возможно, тоже заразились идеей делать такие замечательные поделки, изделия. С чего начать, как к этому прийти, может быть? Как к этому прийти? Я приглашаю всех, кто хочет с чего-то начать, на свой курс. Я уже написала программу, и на этом курсе научу делать декор на кружках, научу делать броши из полимерной глины, закладки и красиво упаковывать, потому что все мои работы от нуля до готового уже подарка упакованного. Ну а если вот не курсы? Вот если не... Просто как сделать первый шаг? Да, просто мотивационный заряд. Посмотреть какой-то мастер-класс бесплатный. Кстати, первый бесплатный мастер-класс я провела вот по оформлению этой коробочки. Знаете, если вот я сама себя ищу в разных видах творчества, потому что если с детского сада смотреть, сколько техник разных я освоила, понимаю, что я, наверное, искала, да, то, на чем можно остановиться. Вот, пожалуй, полимерная глина — это как раз тот материал, с которым мне интересно работать. И вот если не знаю, с чего начать, надо просто взять и попробовать. Прийти на первый какой-то мастер-класс, выбрать, может быть, небольшой, даже в рамках этого же курса можно какой-то отдельный мастер-класс будет приобрести. Попробовать небольшой, сделать для себя какую-то небольшую вещь, например, брошь. За 2 часа готовая работа, можно идти наряжаться. Ну, мы надеемся, что вы тоже не остановитесь на полимерной глине, будете дальше развивать свое творчество, как говорится, век живи, век учись. Еще один вопрос, вот как начинается ваше утро? Вот нам интересно, мы у всех интересуемся, как начинается утро у... Творческих людей. Да, у декораторов. Ну, творческие люди, прежде всего, люди, да? Ну, это само собой. Есть семья, есть дети. Поэтому мое утро начинается с того, что я собираюсь сама и собираю детей в школу, в детский сад. Старшая дочь у меня уже учится в университете, а 2 младшие дочери, одна в школе в 5 классе учится, а другая в детском саду пока. Поэтому
заплетаем косички, собираемся, одеваемся. Лепят. Бывает, даже у мамы полимерную глину отбирают. Отбирают, можно сказать, да. Хотя у них есть свои и пластилин самоотвердевающий, и другие какие-то материалы для творчества. Ну а чтобы, друзья, лепить, ведь это же мелкая моторика, да, нужно, конечно же, сначала свое полностью все тело разогреть. И нужно это сделать с помощью зарядки. Поэтому на ваших экранах прямо сейчас зарядка. Ну а мы будем прощаться с Оксаной. Спасибо большое, что это утро вы провели вместе с нами. Спасибо. Бодрого утра.